Studio 21 Radio. Microphone check, 1, 2, what is this? Что это такое? Ты подключился к ломаному эфиру Studio 21. Это эфир хорошей музыки, это эфир периодически неплохих людей, и это абсолютно точно эфир будущего. Также это эфир резонансов, скачков, падений, динамики, разгонов. Дамы и господа, мальчики, девочки, сегодня у нас на самом деле не гость. На самом деле, людей можно уже не представлять. Сыграем в игру. У нас два человека, которые уже фактически ассоциируются со Studio 21. Один из них фактически является частью Studio 21. И голос одного из них вы фактически слышите по выходным в эфире Studio 21. Его имя начинается на букву «Н». Имя его друга начинается на букву «М». Тик-так. Да, дамы и господа, мальчики, девочки, как вы быстро угадали, сегодня в эфире Никита Забелин и Мейп. Всем привет. Именно все так, да, всем привет. Всем-всем привет. Вечер добрый, это резонанс в эфире Studio 21. Резонанс, это да. Доброго всем субботнего вечера, вы слушаете программу «Резонанс». Вот, я же говорил, это тот самый голос. Как ты думаешь, кстати, из всех мест, где ты появляешься, где твой голос удается лучше всего? На предыдущей радиостанции, на этой радиостанции, или когда ты ставишь сеты, или в музыке, где лучше твой голос? Ой... Слушай, ну, честно говоря, не знаю, но у меня есть история в отношении моего голоса. Однажды я был в Петербурге после сета на Конюшиной, выхожу, и какие-то ребята подходят и говорят: «Эй, Никита, типа, ты Никита?» Нет, один другому говорит: «Это же Никита», их там было человека 4. Ага. «Это же Забелин», я говорю: «Ну, типа, да». Он говорит: «Не-не, это не он, это не он». И они говорят: «Скажи что-нибудь». Я говорю: «Ладно, ребят, все, я не кидал». Что там сказал? «Спят, устало, и игрушки». Нет, я сказал: «Доброго всем субботнего вечера». Это Никита Забелин, в эфире Studio 21. Представляешь, 8 лет я произношу одну и ту же фразу в начале каждого выпуска. Она уже приелась? Ну, вообще-то, я пытался как-то изменить и сделать что-то другое, но ты когда... Ты сам же знаешь. Ну, хотя, наверное, тебе... У тебя по-другому. Я когда вот начинаю это делать, у меня сразу только одна история вылетает. И это будто бы настраивает людей? Ну, меня как будто бы настраивает. Это были советы и фишки для начинающих будущих радиоведущих. Для начинающих радиоведущих с 8-летним стажем. Мы ждем вас в эфире Studio 21. Мейб, здравствуй. Здорово. Всем привет. Какой сейчас контраст был. По громкости как, голоса? Не, как ты бодрый и весело сказал «здорово». Мы просто ожидали, что ты скажешь что-нибудь. Привет. Здравствуй. Привет. Здравствуй. Да, люди иногда удивляются, почему я так могу энергично говорить с таким гримом. Они, наоборот, думают, что я буду очень как-то зол к ним. В какие моменты твоей жизни ты более всего раздражителен? Что тебя легче всего раздражает? Ой, да на самом деле много чего. Да, и много чего не раздражает. Не знаю, да, ну, начнем, наверное, с каких-то именно базовых вещей. Базовых касаемо, раздражителей. Ну, личных каких-то границ, пространства. А, ты любишь, чтобы люди держали дистанцию? Ну, не, ну, не, ну, в смысле, в нормальном понимании того, как нас все учат изначально наши родители, либо... Ну, там, в школе, в детском саду. Дистанционное обучение. Ну, условно говоря, базовые постулаты, да, которые есть. У нас в мире. Нормальная дистанция — это как? Это когда здороваешься, обнимаешься, или когда здороваешься, просто руку жмешь? Здороваешься, да. Просто здороваешься. Да, да. Это нормальная дистанция. Окей, а что еще тебя раздражает? Что-нибудь такое прям бесячее? Бесячее. Может, какая-то музыка, или может какой-то вот, артист? Нет, на самом деле, вот, типа, что меня больше всего раздражает, то когда я... у меня студия, допустим, дома, вот, а, ну... Те, кто, ну, как бы меня не знает, а те, кто как бы знает, по мне можно сказать то, что я пишу громкую музыку, так на самом деле есть. Вот когда я пишу громкую музыку, а я живу в Сталинке, то... А все соседи, которые у меня есть, это в основном как бы люди пожилого возраста. Вот. Нету там почти молодых, и они такие как бы... Флексят вместе с тобой. Ну, они флексят в основном хозяину. А хозяин мне... Своему.
Было когда-нибудь такое, что пожилая женщина услышала где-то издалека твою музыку шумную, потом спустилась к тебе и такая: вау! Не-не, это все заканчивалось тем... Не, вау, так, вау не было. Не было, не было. Он заходит и кричит: вот, я... Я нашла себя в этой музыке. А есть такой миф или, может быть, это не миф, что ты dead inside? Да, наверное, да. Слушай, да мы все dead inside в своей жизни. Я своим как бы образом, своей музыкой, своим артистическим посылом хочу как раз дать людям надежду, что dead inside — это нормально, и нужно из него как бы выходить. Как бы ты описал свой dead inside? Потому что у каждого личный dead inside. Dead inside maybe — это как? Как он проявляется? Начинается, наверное, все с детских переживаний, травм, обид, а заканчивается все тем, то, что да, просто рационально нужно мыслить и не зацикливаться на старом и двигаться всегда вперед. Вот. Это как бы уже как если выход из Dead Inside. А какие-то современные более штуки. Да блин, на самом деле, вот когда ты смотришь на весь мир уже, когда ты, ну, сформированная личность, то ты, ну, здраво мыслишь и не стараешься уже как бы вот. Ну, есть такие люди, которые вот любят вот это все через себя опять по новой пропускать. Мы такие вот, вот это, вот, вот то. А я как бы не такой человек. То есть вот у меня как бы, ну, жизненный этап такой-то, что, ну, я как бы люблю громкую музыку, гитары там, все такое, но я могу писать другую громкую музыку. Ты не любишь зацикливаться на одном? Я люблю просто сначала потусовался там, потом там, потом там, потом там, и сделал из этого какой-то вывод и сказал об этом, что вот и там было прикольно, и там было прикольно, и там было прикольно. Получается, это жизнерадостный Dead Inside. Дамы и господа, мы жизнерадостный Dead Inside, мы это определили в эфире. Ну, это как Даша из «Папиных дочек». Как? Салют, что ты просто вспомнил в этот эфир? Она была твоей любимицей из «Папиных дочек»? Ну, выходит так, да. Даша, мы тебя любим. Никит, во-первых, вы просто любишь Дашу из «Папиных дочек»? Я не знаю, кто это. Ты понимаешь, да? Ты думаешь, почему я не смеюсь? Только мы со вкусом детки. Ага, слушай, нет, мы не говорили недавно про машину об этом, нет? Все, двое Dead Inside собрались здесь, а я реально самый нормальный здесь, оптимистичный человек. Вау. Никит, ладно, какой твой Dead Inside? Раз ты не знаешь Дашу из «Папиных дочек» и ранеток. Он ранеток не знает, дамы и господа. А, ранетки знаю. Да. Только мы со вкусом дед. Почему ранетки, если «Папины дочки»? Ну, это просто типа два таких поп-культурных больших событий нашего поколения. Хотел проверить Никиту. Слушай, мне кажется, мой Dead Inside — это Скорлин Пенсон. Скорлин кто? Вот началось опять. Те, кто смотрит и слушает. Не, мы сразу по нишам пошли. Мы сразу по нишевые штуки пошли. Что ты сейчас сказал? На самом деле, вообще меня попросили не шутить в эфире больше. Но я не могу. И мы прямо сейчас написали. На самом деле, Скорлин Пенсон — это мой Dead Inside. Я сейчас покажу, кто такой Скорлин Пенсон. Это вот. Я объясню. Да, то есть это если бы Спанч Боб был бы Мэрилин Мэнсоном. Вот. И мой Dead Inside заключается в том, что любая радикальная какая-то идея рано или поздно превращается в мем, в пародию на саму себя. Вот. И поэтому, каким бы ты серьезным ни был, что бы ты о себе не предполагал в любом возрасте, ну, это я про себя, естественно, говорю, ты все равно вырастаешь, и потом понимаешь, что любая вот эта вот какая-то идеология, она ложная, и это, наверное, настоящий Dead Inside взрослого человека, когда ты понимаешь, что все бессмысленно. Все Скорлин Пенсон. Я даже не знаю, что сказать просто. Это утопия. Жестко. Он взял всех радиослушателей только что так бумс. И погрузил. И окунул. Если и смеется, показал Спанч Боба. Смотрим Мэнсон. Это Никита Забелин, дамы и господа. Никит, ну если ни во что нельзя верить, ни во что настоящее, то что делать? Ага, ну... Как выходить? Как жить? Вообще, я сделал вывод для себя, что нужно жить ради красоты. Потому что красота — это единственное, что может... Ну, наверное, ну мне нравится говорить крайностями всякими. Красота — это то, что является источником жизни и всего, что с этим связано. Потому что красота в порядке и в последовательности. А порядок и последовательность — это то, зачем следует прогресс. Вот, соответственно, жизнь зиждется на красоте. Стой, фраза. Красота в порядке и в последовательности. Что ты имеешь? Ну, последовательности порядка. Ну, то есть в последовательности его поддержания, скажем так.
Такой глупый детский вопрос. Самое красивое, что есть в твоей жизни? Ой. Ой. Скорлин Пенсон. Ну ладно. Самое красивое, что есть в моей жизни, наверное, не знаю. Ну, я бы сказал, наверное, сама жизнь. Вот, mm-hmm. Но просто не хочется душнить, и люди воспринимают такие разговоры как душные, но на самом деле в этом есть много... Ты уже всунул в этот разговор Скорлина Пенсона, старик. Поэтому поливай. Надо отвечать до конца. Ну, короче, да, красота в жизни, жизнь есть красота, и вообще все это самое главное. И творчество, и все, чем мы занимаемся, это такие... Зачем мы живем? Точнее, зачем мы... скажем так, коммуницируем. Для того, чтобы понять друг друга, для того, чтобы узнать что-то, для того, чтобы стать интереснее для самого себя, для других. Но мне кажется, это и есть основа коммуникации. В общем, когда ты стремишься быть красивым внутри коммуникации во всем этом, то ты становишься таким прямо открытым, интересным, невеселым, не грустным. То есть я вообще вот эти вот понятия, типа, не понимаю, отрицательные и положительные, типа, грустный, веселый, там, или, не знаю... хороший, плохой. Uh-huh. Ну, ты хороший или плохой? Или я хороший или плохой? Ну, как бы это глупо вообще. То есть судить такими категориями. В чем-то ты хороший, а в чем-то плохой. Но вообще, в конце концов, во вселенском масштабе это все просто ерунда. Тем более, опираясь на какую-либо там идеологию, опять-таки, или какие-то верования, ты понимаешь, что в данной ситуации ты хороший, а в данной ситуации ты плохой. Короче, это все полная ерунда. Но есть вещи, мне кажется, метауровня, например, какое-то ощущение от общения с тобой. Ну, то есть ты вот пообщался с человеком, выходишь и чувствуешь, что ты наполненный. Ну, наполненный просто чем-то полезным, интересным. Ты можешь даже не понимать конкретно, что это даже не информация какая-то, это просто что-то приятное. Сам осадок. Как бы. Да, круто, да. Сам это, вайб. Ну да, да, да. Вот. Поэтому вот эта вот история, связанная с красотой и с аккуратным отношением к себе, мне кажется, это классно. Ты вот этим спичем только что спас впечатление после Скорлина Пенсона. Да, Скорлин Пенсон, это великолепно. Скорлин Пенсон, это... Спорно. Это... Спорно. Дамы и господа, рассудите, пожалуйста, наш спор. Скорлин Пенсон или просто... Как? Я даже забыл, как он. Спанч Боб. Это студия 21 в эфире Никиты Забилина. Мы делимся энергией. Прямо сейчас ты и Слув. Не переключайтесь. Studio 21 Radio. Microphone check 1, 2. What is this? Ты слушаешь 321? Никита Забелин. Привет. Мейб. Здорово. Это резонанс в эфире. Yes. Птичка нашептала, птичка напела. Во-первых, Никит, ты уже перестал каждый раз объяснять людям, что такое резонанс. Уже резонанс прошел ту точку, когда люди понимают, что происходит. Нет. Мне кажется, просто резонанс не слишком очевидная такая платформа. То есть, что ты можешь сказать? Что такое резонанс? Это вечеринки? Нет. Это радиопрограмма? Нет. Это лейбл музыки? Нет. А что такое резонанс? Это комьюнити людей, заинтересованных, объединение, локально, там что-нибудь, бла-бла-бла. Все-таки, типа, понятно, сложность пока. А если бы тебе нужно было выжить до одного предложения? Это Studio 21, я заставляю людей делать то, что они не хотят делать. Погнали. Я бы сказал, что резонанс — это коммуникативная платформа. Началось. Это Никита Забелин. Ну да, да. Вот видишь, мне сложно, мне нужен переводчик на человеческий язык, знаешь, такой на простой. Давай, начинай, я буду переводить. Давай. Резонанс — это творческое объединение, основанное на заинтересованности в объединении локальной электронной сцены. Резонанс — это туса! Это тусовка молодых артистов, диджеев. Правильно. Людей, которые пишут музыку, продюсеров. И под этим зонтом также выходят мероприятия. И, насколько я знаю, вы также выпускаете музыку под этим зонтом. Да, да. Еще мы делаем одежду, еще у нас есть ресторан, еще мы делаем много всего. Лютый, кстати, ресторан. Oh yes, oh yes. Я еще радиоэфиры есть на студии у вас. Да, получается, да. Что резонанс это зонт. Доброго субботнего вечера. Доброго всем субботнего вечера. Зонтик. Это его голос. Еще птичка. Окей, мы более-менее... посмотрели, что такое резонанс. Птичка нашептала, что совсем недавно у резонанса был день рождения. Да, в апреле. Но было в апреле, но мы его отпраздновали на прошлой неделе.
в клубе «Поле». Долгожданный ивент, неоднократно отложенный ввиду разных обстоятельств. И все прошло супер удачно. Я доволен. И наш, я должен сейчас сидеть еще вот, провод от наушников вот так вот делать, переживать. Очень круто все прошло. Были супер артисты. Я, честно говоря, в который раз удивился тому, какой звук у резонанса. И я просто вообще балдею от этого. Каково ощущение иметь 8-летнего ребенка? Ну, он разговаривает уже сам. Он разговаривает, он, танцует, поет. Знаешь, он не только говорит, он уже спрашивает. Вот, ну, в общем, главным достижением по этому году, наверное, стала сформированная команда людей, которая очень любит то, что делает. Мы все вовлечены в одну историю. И, естественно, открытие офлайн-локации в виде ресторана и магазина, где мы постоянно тусуемся. Да-да-да, на дизайн-заводе. Где мы постоянно тусуемся, организовываем всякие встречи с ребятами, с друзьями. Все приходят к нам, дружат. В общем, это очень круто. И Мейп присоединился к нам. Мейп сейчас на букинге «Резонанса», и он тоже выступал как раз на нашем восьмилетии под эгидой «Студии 21», потому что в «Студии 21» там был шоу-кейс. Короче, как помнишь, тогда было офигенские. Офигенские! Очень хорошо, в общем, все случилось по этому поводу. Вот что ты, Миша, думаешь по этому поводу? Прежде чем я скажу, что я думаю, хочу сказать спасибо тебе, Никит, что ты, во-первых, подписал меня на свой букинг, вот, что «Студия 21» дала мне возможность там вместе с вашим резонансом выступить на этой сцене. Вот. По поводу выступления, ну, те, кто как бы не знает, то, что я еще помимо своих диджей-сетов выступаю лайвом, вот там и выступал, получается, у вас лайвом, то есть вы прям настояли на том, чтобы я выступил именно со своими треками, не как с диджей-сетом, и для этого всего я еще позвал диджея Тёртом Блиста Психеи, ДЖЖ, со мной, который выступал, я и музыканта, музыканта Нуну. То есть у нас было такое трио, где пацаны на мою музыку наслаивали какие-то свои где-то эффекты, где-то фристайл, где-то вот у нас еще был такой синтезатор, есть Лира. Я думаю, Никита 100% знает про это. Это советский, не советский? Нет, он не советский, он наш, просто он наш, российского производства. Да, российского производства есть такой синтезатор Soma Lab Lira. Называется контора. Да. Если вот. Быть точным. Вот, он очень круто звучит для нойз-музыки. И вот Нуну, получается, играл на этом синтезаторе, а ДЖЖ он скретчил, на Serato играл. Вот, я там пел, орал и тоже играл с Serato, скретчил. Вот, это получается, что резонанс еще и гики? Абсолютно, вообще. Вот, и у нас был такой перформанс. 100%. Да, и этот перформанс был, получается, перед выступлением Кайенджела. Да, вот, что как бы тоже круто. Кайенджел, Nine Mice, салют, Мейк. Ты как новый член этой тусовки, этого комьюнити, этой семьи. Нас 100% слушают типы, которые следят за тобой, следили за Никитой, за резонансом. Просто вопрос. Почему именно резонанс для тебя? Почему? Потому что меня привлекло, во-первых, фигура, как Никита Забелин, который как бы делает похожие, где-то чуть-чуть не такие прям, чтобы, конечно, похожи, но, короче, в общем, перформансы, которые связаны именно с электронной музыкой, то есть для усиления восприятия человека ты, допустим, там можешь накраситься, можешь там поехать, не знаю, в поле, сделать сет в поле при помощи, допустим, модульных синтезаторов, условно говоря. Как это потом солидно звучит. В «Суперметалле», Никит, напомню, что у тебя было, когда вот вы грибы накрывали какой-то... каким-то... Мы сделали специальную лабораторию прозрачную. Так, опасно в эфире. Да. Лабораторию, в общем, да. Это такой был прозрачная сфера, в которой были инсталлированы два динамика. Эти динамики были подключены к моему модуляру, а внутри этой... колбы, так скажем, да, развивалась плесень. Я с художницей Дашей Плесенью, которая так и называется, Даша Плесень, мы сделали такой, типа, арт-перформанс. Типа, как под воздействием звука внутри закрытой среды будет развиваться плесень, расти. И все это было организовано на «Суперметалле», где ты мог подойти, посмотреть,
в режиме онлайн. Ой, в смысле, в режиме онлайн. Офлайн, онлайн. Да, мне 36. Вот. Подойти и посмотреть, как же это происходит. Все это было выведено на телевизор, на большой, все было видно вообще. Это получается, что грибы реагировали на радиоволны? Да, да. Не на радиоволны, а на звуковую волну. На звуковую волну, да. То есть там было три раза поставлен эксперимент. Первый был под одной нотой. На одной частоте была волна, второй был на шуме, то есть просто внутрь этой комбы подавался шум, и третий был на... Кизару? Нет. Продолжайте. И второй был мелодия. Мелодия. Вот смотри. Три разных результата. Можете зайти ко мне в запрещенную социальную сеть, да, и посмотреть, как в режиме реального времени растет плесень, как это красиво выглядит. Да. Эта экспозиция, она еще... Она сейчас уже закончена, но мы обязательно ее повторим. Так и вот, спасибо, завершая, короче, вот это все, я просто хочу сказать основную свою идеологию вообще в музыке. То есть я на всю музыку смотрю как инженер. То есть музыкант это равно инженер, который видит проблему в обществе и делает из нее какую-то систему, которая будет помогать людям. А Никита также смотрит на... Ну, общие точки соприкосновения у нас в этом есть, и из-за этого мы с ним как бы вот здесь вот и сидим. Круто. Я, честно говоря, не смотрел на это с этой точки зрения. Ну, точнее... Но у тебя осознанно это как раз и проявляется. Это так, но вот именно объяснить это таким путем, это круто, да, что ты инженер. Классно. Что ты такой, типа, социальный инженер. Ну, инженер именно, который видит проблему. То есть ты видишь проблему и приходишь ее, как там, не знаю, сантехник, либо устраняешь ее. Ну, это такое, это очень по-баухаузовски такой, типа, пришел, типа, используешь творчество как инструмент. Я не могу ничего добавить, это слишком красивый разговор. Как ты заметил тогда? В красоте, в любви? Любви, красота? Упорядоченность. Красота в порядке, в последовательности. Это студия 21, в эфире «Резонанс». Мы все-таки, я спрошу тебя, как человека, который некоторое время до этого не был на «Резонансе», для тебя, что больше всего, какая часть «Резонанса» привлекала больше всего? Мероприятие, комьюнити артистов, лейбл или офлайн пространство? Что тебя больше всего привлекало в «Резонансе»? Слушай, я не знаю, почему так на самом деле получилось. Я сначала давай тогда отвечу, а скажу потом, почему. Привлекало больше букинг. Потому что я на всем своем промежутке творческом не мог найти нормальных людей, которые могут мне сказать, вот иди туда. Ну, не то, что не иди. Которые, допустим, я скажу то, что я вот хочу пойти туда, как мне сделать это лучше? Либо там, вот что вы здесь посоветуете, что вот здесь? То есть в основном как бы были люди, которые, вот ты вроде делаешь что-то крутое, но ну, мы не можем ничего тебе предложить. Ничего путного. Да. Как ты думаешь, это связано с тем, что ты работаешь с электронной музыкой? Этот нюанс. Ну, наверное, да, слушай. Это вот мы сегодня с Никитой говорили как раз по поводу того, то, что есть нишевая музыка, ну, даже можно сказать, да, есть нишевая музыка, а есть как бы попсовая музыка. Ну, не попсовая музыка, массовая. Массовая, масс-маркет, да. И в первую очередь как бы, ну, люди, с которыми я как бы общался и вел какие-то диалоги, они как бы больше, ну, смотрят на массовость, может быть, так сказать. Да, но забавно то, что вся поп-культура строится на... выходит из нишевой все-таки музыки. То есть, грубо говоря, на какой-то территории вот этого всего интересного звука и поиска чего-то нового рождаются какие-то идеи, которые потом перекочевывают, естественно, в поп-музыку, потому что ей тоже нужно меняться. Вот. И поэтому существуют артисты, которые больше заинтересованы в, ну, так скажем, в продвижении своего личного имени, да, бренда. И в самовыражении каком-то. А мне, например, как артисту, ну, я не буду сейчас за Мишу говорить, мне больше интересно, например, какая-то построение какой-то структуры, я не знаю, исследование, в общем. То есть я себя не пытаюсь выразить через музыку, это не моя интересная цель. Интересная мысль, я не пытаюсь выразить себя через музыку. Ну, нет, конечно, для меня это просто... Нет, в ней определенно есть откровенность, которую я хочу... проявить, да. Но, тем не менее, для меня все-таки это больше какой-то эксперимент и коммуникация, опять-таки, с людьми. То есть это не то, что, знаешь, такой глухой, не глухой, точнее, а крик души, скажем так. Вот.
Но просто у меня немножко по-другому сложилось. Я думаю, что у Мэйба иначе. То есть то, что я слушаю от Миши, мне супер нравится на самом деле. И это прозвучало на восьмилетии просто офигенно. И действительно, такого просто платформы для такой музыки сейчас, ну, ее просто нет, наверное, какой-то адекватной альтернативы. Совсем маленькие какие-то нишевые истории, и это очень круто, что они есть. Там вот есть лейбл, Арамика лейбл есть у Мишана, который тоже часть Резонанса. Кто? Я не знаю. Да. Ну, который с «Убивая насекомых». Я понял. Вот. Но это все очень классно, это крутые молодые ребята, они делают важное дело, но ввиду того, что Резонанс просто давно существует, и у Резонанса Солидный. Больше да, есть связи и больше каких-то возможностей, это такая приятная площадка для реализации. Да, поэтому как бы вот я с ними. Дамы и господа, это Studio 21. Сегодня в гостях Мэйб и Никита Забелин. Социальные инженеры, как выяснилось. Музыкальный инженер. Это «Резонанс». Сейчас будет реклама, а затем мы вернемся. Не переключайтесь. Studio 21. Radio. Тук-т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 ук. Вы слушаете музыкальную программу «Три трека» в эфире Studio 21. Ведущие нашей новой программы Никита Забелин. Я. И Мэйб. Сегодняшний выпуск программы «Три трека» будет посвящен... Трем трекам? Давай, какие три трека? Три трека. Мэйб, давай твои три трека. Ну, давай начнем с простого. «Flying Lotus». Раз. Давай три группы, да, не будем... Ну, ладно, если у тебя есть прям треки... Ты что, группа, музыканты хочешь или треки? Вот давай определим. Не, ну... Три артиста или три трека? Майкл Джексон считается? Так, Никита Забелин. Оставьте людям веру в Никита Забелин. Что вы за человек такой? Просто жесть. Продолжай мы, пожалуйста. Flying Lotus. Фараон. Фараон, два. У меня все на F будет. Кстати, да. И третья позиция. Пусть Никита. Да не, Никита вообще страшно спрашивает, о чем ты уже на самом деле. Ну, третий трек давай. У меня в голове просто один коммерческий исполнитель крутится, я не хочу его называть. Вообще, мне кажется, это нечестно. Давай, говори. Weekend. Weekend. На F, ну да, Weekend. Подожди, Фиона Apple? Ты про Фредди Меркьюри думал? Нет. О, да, Фредди Меркьюри, да. Ага, то есть у нас сегодняшняя программа про Flying Lotus, про Фараона и Фредди Меркьюри. Что же у них общего, кроме буквы F? Кстати, да. Но это мы узнаем, если мы останемся до конца этого шоу, и мы узнаем, что за биф у Никиты Забелина с Майклом Джексоном. Причем он постоянно приходит ко мне в эфир и старается оспорить величину и значимость Майкла Джексона. Михаил Мэйб, вы чуть ранее открыли нам, что вы читали частью «Резонанса», на букинге «Резонанса». Это, я правильно понимаю, что вы теперь совмещаете два амплуа, а вы совмещаете «Резонант» и «Дэд Дайнести»? Да, все верно. Если нужно было выбрать между «Резонансом» и «Дэд Дайнести», что бы выбрать? Ой, я тебе уже отвечал на этот вопрос. Сам. Да? Блин. Я бы ничего бы не выбрал бы. Никита улыбнулся. Нет, смотри, давай, будем честны. Погнали. Будем честны прям максимально. Допустим, завтра у меня будет репетиция. Да. Вот. А должен был быть эфир у нас изначально завтра, а не сегодня. Вот сегодня мы здесь сидим. Из-за того, что нужно было сделать перенос. Я попросил. То есть ты выбрал «Резонанс», дамы и господа. Не, ну в таких случаях все в адеквате. Выбирайте «Резонанс». Все, Никита потом это. Поход пешком домой пойду. У тебя сейчас начинается... Походу я пойду пешком. Интересный момент твоей карьеры. Ты на букинге, ты на Dead Dynasty, был на концерте с Фарой. Расскажи немного, чем ты сейчас лично занят. Чем занят Мэйб лично? Лично... Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Лично я сейчас дописываю свой альбом. У меня всего как бы один альбом электронный. Там, где я еще не начинал ни кричать, ни петь.
там у меня были коллаборации с вокалистами и вокалистками. Сейчас уже как бы полностью понял, какой у меня амплуа должно быть, как должен разговаривать с людьми. Я уже, по-моему, об этом уже говорил, что я вот как раз сейчас занят тем, что хочу уже дописать этот альбом. Он у меня будет концептуально в том плане, что там у меня уже, если интересно, я тебе могу показать, я прям специально взял. Те, кто не видит, он пришел с тетрадкой. Кстати, это очень хорошее замечание для тех, кто говорит, что ничего не успевает по жизни, а вот правильно... Нужно все записывать. Нужно всегда все записывать. У меня вот тут ваше шоу есть. Которое... Нужно просто делать меньше, ребят. Да, ну вот смотри. Или так. Смотри, вот. Или так. У так, меня тетрадка вот там передается ведущему. Так, тетрадка, да, и там... И тут грудь, вау! Не, и там красивое число 11 треков. Вот там обведены, которые в кружок и под плюсиком, это те, которые я уже написал и выпустил. Это трек-лист. Да-да-да. А есть треки, которые даже не знаю, как называется. Вот там есть трек про любовь, про получение любви, а потом есть трек про ее потерю. И ты назвал это лучший момент? Ну, в смысле, да. Но я еще пока даже трек не написал под это. Смотри, то есть, видишь, про какая получение... работа? А лучший момент про потерю. Получение — лучший момент, в смысле. Получение любви — это лучший момент. А потом ты сказал второй трек про любовь, про потерю. А там написано «любовь, потери». Значит, следующий. Получение — лучший момент и потеря. Вот, то есть три трека. Вот. И этот альбом будет завязан на том, чтобы люди не боялись трансформироваться. То есть это как будет временная петля, которая представляет собой рождение, человек сначала думает, что ой, вот все хорошо, все классно, круто. Потом он получает по лицу от жизни. Вот у меня как раз вот следующий трек будет выходить, сингл. Он называется «Удар в лицо», который будет подразумевать то, что человеку бьют в лицо, и он как бы начинает закрываться в себе, начинает какие-то обиды на, на других людей. Защитная реакция. Да, защитная реакция, вот. И, соответственно, в конце вот будет выход из всего вот этого, и у меня вот здесь вот в конце написано «Конец прекрасному». То есть человек приобрел опыт, потом получил урок от этого, принял это и получил любовь. И в конечном итоге ему опять нужно заново переродиться, чтобы не началась стагнация. Но я вот на жизнь это так смотрю, что, мне кажется, ну, мы же всегда в каждый промежуток времени разные. 100%, вот. И проходим один и те же циклы. Вот, и на примере этого, соответственно, альбома я хочу дать людям понять, что, ну, молодому поколению, либо там людям, которые не могут понять, как им дальше существовать, что вот нужно делать вот, вот так вот. Мы так делаем, Никита Забелин так делает, я так делаю, ты так делаешь. Есть проектное название у альбома? Ну, вообще, на самом деле, нет. То есть, ну, как ты уже заметил, я такой человек, который сначала пишет сценарий, а потом под этот сценарий подстраивается. Я читал книжку одну, я не помню, как называется, мне ее советовал мой знакомый. Ты тысяча, сто ли один какой... Книга на миллион долларов или на миллион... Сценарий на миллион. Короче, этот книгу написал известный сценарист, который много вообще написал и своих сценариев, и преподавал там в университетах по кино, ну, по кино и телевидению, как правильно писать. И там очень главный тезис был, вообще, вот, который меня прям вот отложился на до конца, мне кажется, моей жизни, что не садись писать какую-то историю, какой-то трек, если ты не знаешь, к чему ты приведешь и чему ты научишь слушателей. То есть всегда должен быть финал. Вот даже там, не знаю, трек ты там пишешь, слова к тексту, к песне. Всегда ты должен знать, чему ты научишь. Куда ты идешь. Да, знать, куда ты идешь. Потому что, когда ты не знаешь, куда ты идешь, ты не понимаешь, что из этого выльется вообще. Никита, ты согласен с этим тезисом? Абсолютно. И у тебя... Нужно начинать путь, только зная, куда ты идешь. Ну, конечно, цель. Но это как цель, как либо что-то. Вообще, мы вчера обсуждали странный момент. Я был в Волжском, город такой. Да. И мы с ребятами обсуждали всякие там темы, неважно. В общем, оказывается, есть инстинкт цели. А, нифига себе. Представляешь, то есть есть инстинкт цели. То есть, грубо говоря, в любой момент времени ты находишься в поисках чего-то. Представляешь? Это как заложенное в нас на... Интересно. Прикинь? Интересно. Получается, что у жизни есть смысл? Но это часть разговора. Ты хочешь поговорить об этом? Будет доступна для слушателей программа «Три трека». Я напоминаю, очень скоро в эфире студии 21. Мэп, ты представляешь плюс-минус, когда выйдет этот альбом? Я надеюсь, что я его сдам. Но я его точно сдам. Я как бы стараюсь по дедлайнам соблюдать все к середине лета. Думаю, осенью. Ну,
100% так будет. Этого года? Да, 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 конечно. Ну, а что тянуть-то? Факт, факт. Расскажи про впечатление с недавних концертов Фараона. Удивительно то, что у Глеба сейчас уже такой период, когда он сформировался как, получается, уже поп-артист, вот именно такой, который со своей аудиторией преданный. То, что своей аудитории преданный, он собрал в двух городах, в Санкт-Петербурге и в Москве, около там, в Москве было 14, по-моему, тысяч или 13. Сильно, есть, сильно. Это был этот... в Питере был юбилейный, а в Москве был Мегаспорт. Сильно. Мегаспорт, да. Сильно. Круто, да? Вот, то есть человек, как бы, который изначально был на низшем уровне по музыкальности как артист, который делал там клауд-рэп, который делал, ну, много вдохновлялся ВИЧ-музыкой, ВИЧ-хаусом, вот всем таким прочим, смог стать таким человеком, который выступает и собирает столько же людей, которые, ну, просто делают коммерцию. Причем он как бы собирает тех людей, которые воспитаны, ну... Его музыкой. Да, ну, его музыкой, которые плюс-минус даже... Ну, я не знаю, плохо это или нет, но на самом деле, ну, это просто факт, не знаю, то, что, ну, у него люди со вкусом, условно говоря. То есть вряд ли у какого-то коммерческого другого артиста, который приходит там послушать... Ты хочешь назвать какое-то имя? Вот я в том-то прикол, я не хочу пока называть никакое мнение. Какова была атмосфера в гримерке? В гримерке, слушай, профессиональная атмосфера строилась в первую очередь на том, что мы не пьем до концерта. Мы пьем только после. Это правило Dead Dynasty. Да нет такого правила, да просто как-то вот так, ну, пошло и поехало, и все, все ответственно подходят ко всему. Вот. Также можно еще сказать то, что... очень было крутое шоу в плане лазеров, то есть к нам ехали лазеры из другого города, из Нижнего Новгорода, вот, это все делалось под заказ. Красота. Визуалы, 3D, то есть это все было отдельно, ну, под каждый трек отдельно, и еще что-то также хотел заметить, что сейчас уже полностью перешел с ним на работу по тайм-коду. Что это значит? Ну, тайм-код это означает то, что у меня, допустим, сейчас вот в данном моменте у меня два компьютера. Yeah. С одного компьютера идут подложки с Ableton, с Ableton, если правильно сказать, через подключение Ethernet. То есть не через звуковую карту, а именно прямо напрямую в микшерный пульт. И вся звуковая дорожка сразу считывается напрямую у звукорежиссера, и он может это адаптировать под визуал, который подстроен как раз под этот трек. И то есть я делаю какое-то действие световику и человека, который на визуале сидит, ему не нужно делать это действие. То есть программа сама их схватывает, и все, да-да-да. Это, вот, получается будущее? Подожди, а у вас в Ableton'е там треки по так, дорожкам? Так что, подождите. Нет, ну... Окей, ладно. Ему уже интересно посмотреть мой проект. Geek off. Подождите, вы слушаете Studio 21, сегодня в гостях мы и Никита Забелин. Сейчас будет небольшая пауза, а затем мы вернемся, поговорим наконец-таки про Теслу. Без проблем. Не переключайтесь. Studio 21. Radio. Доброго времени суток, дорогие радиослушатели, случайные прохожие, вы подключились к электронному вайбу студии 21, на электризованному вайбу студии 21. Дело в том, что сегодня в гостях Резонанс в лице Никиты Забелина. Привет. И Мейбл. Привет. Это просто такая тема радио. Надо всегда вначале... Ты скрэчил голосом. Скрэчил голосом? Да. Миш, твой любимый ученый кто? Никита Жабелин. Никита. Подготовился. Никит, твой любимый ученый кто? Не знаю, Альберт Хоффман. Альберт Хоффман. Это тот, который придумал скретчинг? Ну, допустим. Альберт Хоффман, спасибо за скретчинг. Мне тут недавно сказали о том, что был такой тип Тесла, Никола Тесла. Oh, yes. Что ты знаешь про Теслу? Точнее, вот когда тебе говорят имя Тесла, что ты представляешь в голове? Машину, конечно же. Машину? Кстати, да. Ладно, мне кажется, я понимаю, на что намекаешь. Да? Да, у меня есть ощущение. 3 июня состоится мой сольный перформанс в Мутаборе. Это будет третья реинкарнация Теслы. Тесла — это мой проект, в котором я выступаю с... используя трансформаторные катушки Никола Тесла, которые извлекают молнии, как звуковой источник. Давай остановимся на этом. Есть
трансформаторы, правильно? Есть такие штуки, вы знаете, которые такие вот бобины, из которых молнии стреляют. Вам по телевизору их показывают. Вот это вот штуки, которые можно научиться контролировать и извлекать из них звук тональный. Вот, я научился его извлекать. Точнее, не я, но ребята, ученые. Что было в твоей жизни, что ты сел и подумал, я хочу научиться играть на катушках класса? Короче, это история на миллион вообще. Погнали. Однажды в Петербурге мы снимали один рекламный ролик, в котором меня взяли как лицо, в общем, этой рекламной кампании. И в одно утро они снимали, было необходимо по сценарию снять молнии. Вот из-за этой вот штуки, в общем. Я опоздал на съемки, а очень хотел посмотреть, как же это выглядит в реальности. И в итоге я пришел после всех, уже в конце, она стояла выключенная, машинка эта. Я попросил человека, который занимается, мне ее продемонстрировать. И он подходит, и там на этой машинке нету кнопки включить-выключить, там есть такой вот крутилка, в общем, рубильничек, ручка, вот такая же, как здесь. И он ее... просто поднял с нуля до максимума, и катушка сделала так. И начала извлекать молнии. Я понял в этот момент, что... А теперь, внимание, следите за руками. Так. Что мы слышим звук этой катушки, потому что существует... И видим эту катушку, потому что существует много молний в единицу времени. Понимаешь? Ты все-таки это сделал. Да. Ты засунул гиковость в этот тупик. Ты нашел, как сделать из этого урок физики. Продолжай, Никита, погнали. Ну, короче, в общем, чем чаще вы видите молнию из этих катушек, потому что она очень часто вырабатывается. И вот количество вот этих вот вырабатываемых импульсов молнии в секунду, это и есть нота, частота. Частота, все то же самое, частота колебания звука. Да, частота колебаний, я понял. Да, частота колебаний молнии, понимаешь? Да, вот. Я подумал, что если я смогу контролировать частоту импульса в секунду, я смогу контролировать ноту, на которую издает эта катушка. И было забавно, потому что примерно... Я объяснял этому человеку, слушайте... Ты еще и объяснял этому человеку, бедный тип. Я ему объясняю, говорю, слушай, а вот есть такое вот... Можно ли каким-то образом контролировать вот этот процесс, количество вот этих вот импульсов в секунду? Долго ему объяснял. В общем, говорит, MIDI, что ли? Я понял то, что это уже все давно придумано. MIDI — это такой интерфейс, который позволяет как раз-таки отправлять данные по... Ладно, сори, ребят. Короче, я понял, что можно использовать катушку как синтезатор. Все. Потому что ты нажимаешь клавиши на контроллере, и он выдает тебе ноту соответствующую клавишу. Вот. И существует специальная система, которая позволяет тебе переводить сигнал в понятный для катушек. Я использую 8 катушек на следующем концерте. Будет красиво, офигенно. Мы уже делали таких концертов, по-моему, штук 5. Первый концерт был в 2017 году, по-моему, или 18-м, точно не помню. И со мной тогда отказывались работать люди, потому что думали, что это какая-то странная тема, что она... точно не сгорит. Выгорит, что все пробки выбьет, всех там током поударяет и так далее. Но я не остановился, и в итоге мы нашли возможность реализовать этот проект, и это было, конечно же, феноменально, я бы сказал, потому что, ну, действительно, потому что когда ты стоишь и видишь 6 на тот момент разрывающихся перед твоим лицом молний... Еще и музыка. Еще музыка, да. И, по сути, это единственное в мире такое шоу вообще. Мы много раз проверяли, пытались найти какие-то альтернативы, и вот в течение этих 5 лет, или сколько существует Tesla, мы так и не нашли ни одного какого-то артиста, который что-то подобное бы изобрел. И наши слушатели смогут воочию увидеть это 3-го... 3 июня в клубе Мутабор, да, будет сольный новый перформанс. И вся информация и билеты? В телеграм-канале Резонанс Москва. Резонанс Москва. Резонанс Москва, да. Ну или в моем, конечно же. Copilot Bukaki, пожалуйста. У тебя есть татуировка с резонансом? У меня нет вообще татуировки. А у тебя есть? Что, резонанс или татуировка? Нет, татуировка есть. Нет, тоже татуировок нет. Вау. Почему у тебя такая позиция, нет татуировок? А у Мэйба, у тебя есть татуировка? Да, есть татуировка. Класс. Штук 6-7, по-моему. Офигеть. Почему у тебя нет татуировок, Никит? Слушай, но мне очень хотелось. Если бы меня не остановили в свое время, то лет, наверное, в 20 у меня бы... на плече появился бы большой Мэрилин Мэнсон на лопатке сзади. Ты хотел набить Мэрилин Мэнсон.
Этим все сказано про человека. Он хотел набить на лопатки Мерлина Мэнсона. Да, а теперь через 20 лет мы приходим, я показываю тебе Скорлина Пенсона, понимаешь? Именно это я имел в виду. Я уже забыл. Дорогие радиослушатели, те, кто только подключился к этому эфиру, я хочу сказать, что запись будет доступна на нашем YouTube-канале, и можно будет это все смотреть в формате видеоролика. Мэйб, сколько раз тебя спрашивали, почему ты играешь электронную музыку, а грим у тебя как у солиста группы Kiss? Первый раз только мне все спрашивали. Да? Наконец-то! Вот она моя работа. Уникальные вопросы. Так почему у тебя такой разброс? Да разброса никакого нету, я же мешаю, получается, электронную музыку с рок-музыкой, с индастриалом. Вообще, ну, у этого есть как бы четкое вообще определение. Вот, допустим, индустриальная музыка, она как бы подразумевает то, что ты можешь выглядеть как рок-музыкант, использовать, ну, допустим, там, гитару, условно говоря, там, расстроенную только, чтобы она звучала чуть как бы более ужасающей, чем именно привычная нами звучание, вот. И, соответственно, использовать какие-то там гримы, одежду, не знаю. Вот. Потом еще какая еще музыка есть? На что у тебя дольше уходит время? На то, чтобы составить плейлист или сделать грим? Составить плейлист, наверное. Потому что сейчас из-за того, что много музыки я переслушал, то есть на самом деле-то я играл вообще все. У меня нутро мое... откликнулось, короче, тогда, когда начал слушать электронную музыку, когда выпустил альбом «Флюм» в 2019 году. «Хайзис Флюм» — это микстейп. И я тогда как бы только начинал писать свою музыку. Вот, и тогда как бы во мне что-то вот так вот... Переродилось, да. Я начал писать именно такие перегруженные биты, а потом я познакомился с индастриалом, послушал, ну, по-новому Мэрилин Мэнсона, переслушал все старые группы, там, Корн, Дефтоунс, понял то, что это все как раз перемешку с электроникой, синтезаторами, потом Nine Inch Nails. Jay-Z. Jay-Z, да, именно. Почему ты смеешься? Ничего, да он хочет уже что-то вкинуть. Вот, и, соответственно, к чему я веду? Я веду к тому, что я тоже буду на перформансе у Никиты. Под меня будет выделено, получается, блок «Время», да, какое-то? То есть я там выйду как раз в этом же гриме. Ну, 3 июня. Да, 3 июня. Mm-hmm. Мы просто сидели с Мишей и думали о том, как бы можно было интересно представить Теслу. И Тесла вообще сейчас, ну, в общем, это по звучанию будет такое, что-то ритмик нойз, в общем, с каким-то металлом. То есть это будет индастриал, очень минималистичный, очень резкий, ну, как сами катушки. То есть, соответственно, когда я думаю о том, какой должен быть звук у Теслы, то есть что вы думаете в первую очередь? Это что-то резкое, это нойз, да? Это какое-то, такое непоследовательное, ну, то есть какое-то ритмичное, но такое аритмичное, да? Польское еще. Польское? Польское. Да. Почему? Никола Тесла. Он серб. Он серб? Не, ну ладно. Я пытался сыграть в его игру и проиграл. Жесть. А он серб, реально? Да. Ну ладно. Салют, серб. Забыли. Сори. Короче... Аритмичное. Да, что-то такое резкое, ритмичное, что-то технологичное, но хочется, чтобы это оставалось музыкой, чтобы в этом была какая-то все-таки душа. Вот. И я, соответственно, буду задавать ритмику там индустриальным треком. Короче, будет написан индустриальный трек в стиле Rhythmic Noise. И так как Миша великолепный скретчер, там есть история, Beat Jungle называется. Да, жонглирование битами, когда с одной вертушки на другую, я так перекидываюсь со скретчем. Когда у вас две одинаковые пластинки, и вы как бы делаете всякие скретч-штуки, и постоянно играет одна и та же музыка. Ну, то есть не одна и та же, а как бы продолжает играть нормальная музыка, типа. И обычно это все делается, используя... Как бы там всегда играют ребята в огромной футболке, техник с кепками на бок, как бы, и у них всегда какой-то там олдскул рэп, там, да, либо какие-то вот стандартные эти петли хоповые. Ну да, да, как Cyberskill. Да, а тут как бы мы подумали о том, что было бы классно делать то же самое, только как бы это делать мейп в своем мейке и с Rhythmic Noise музыкой. То есть, да, это очень странно. Это будет очень круто и очень странно, я, честно говоря, жду этого очень сильно. 3 июня. Это «Резонанс». В Мутаборе.
Мутабори и также в эфире Студии 21. Даже мама придет. Слушай, мне кажется, то, что... Мне кажется, нужно Скорлина Пенсона репостнуть в студии 21, чтобы люди поняли, что это такое. Василий Конат, сообщение вам. Сделайте репост, пожалуйста, этого типа Скорлина Пенсона. О, я запомнил. Скорлин Пенсон. Скорлин Пенсон. Сделайте его репост в социальной сети Студии 21, чтобы люди смогли с нами тоже посмеяться. Хотя есть вероятность, что они не будут с нами смеяться. Ну, возможно, это только чистота Никиты Забелина. Посмеются позже. Это панч. Посмеемся позже в эфире студии. А про Майкла Джексона сегодня будет какая-то речь? Дамы и господа, это был «Резонанс» в эфире студии 21. Господа, что хотите сказать людям напоследок? Привет, салюты, может, какие-то пожелания? Давай, Миш. Да слушай, в тот раз я пожелал любви всем, быть любимыми и любить в ответ. Сейчас я скажу, что приходите третьего на Теслу. На Теслу. Вот. Слушайте нашу музыку, тогда вы будете получать любовь от электронной сцены российской. Вот. Окей. Красиво, окей. Красиво. Я присоединяюсь к словам Мэйба и хочу... также всех поздравить с теплыми днями. Во-первых. Я подумал, с Новым годом. Я реально так тоже подумал, что он скажет. Ну, я бы мог, конечно, если бы... Ладно. Вот, всех хочу поздравить с теплыми днями. Спасибо, Никита. Правда, я очень этому рад, честно. Зима была какая-то долгая. Теперь прям вот тепло, хорошо. И слушайте «Студию 21», слушайте «Резонанс», приходите обязательно к нам 3 июня на Теслу. Я вас лично всех приглашаю. Мутабор. Будьте моими гостями в Мутабор, да. Йо, это был «Студия 21». Не переключайтесь! Студия 21.